Основной объем дорожных работ приходится именно на погожие дни. Так что в ближайшее время специально техники на улицах города и магистралях республики будет достаточно. По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода наконец-то будет соответствовать климатическим нормам. После довольно прохладной для июля погоды нас наконец-то порадует настоящее летнее тепло. В ближайшие двое суток ожидается погода без осадков, с ветром южного направления. Ожидаемая температура воздуха составит 28 июля ночью 12-17 градусов, днем 24-29. 29 июля ночью ожидается 15-20, днем 27 плюс 32 градуса. Но уже в четверг, 30 июля, с прохождением активного атмосферного фронта, который принесет дожди, местами грозы и, возможно, град, температура воздуха понизится и до конца недели составит в ночные часы 11-16, а днем 20-25 градусов. We'll be right back.